Добрый вечер, дорогие друзья! Рад всех приветствовать в этот замечательный вечер. Мы начинаем новую форму общения, новую форму продвижения. Хочу у вас первое, что спросить, это как слышно? Если слышно хорошо, поставьте плюсики. Замечательно. Замечательно. Я очень рад. Я очень рад новой форме продвижения наших мероприятий. Надеюсь, вы эту форму оцените по достоинству и будете приглашать своих новичков на подобные вебинары по раскрытию важных моментов предстоящего мероприятия. Как вам страничка первая? Итак, представление Балтийского конгресса. Коралловый клуб в Балтии, 2014 год. Самое важное событие в Балтии произойдет 25-26 октября. Maritim Park, отель Рига. Как вам сама идея объединить в одном большом мероприятии две очень важные идеи, которые несет Коралловый клуб? Пошла. Здорово. Ну, тогда в добрый час. Дорогие друзья, начинаем представление Балтийского конгресса «Коралловый клуб», 2014 год, главное мероприятие Балтии. И начинается это мероприятие 25 октября с 9 до 10 часов. Регистрация. Важна тема здоровья. Место проведения мероприятия — Maritim Park, отель Рига. В этой части мероприятия для нас будет главным тема здоровья. Мы будем соединять три основные вещи, из чего состоит наше здоровье. Это психология, физиология и физическая активность. В 10 часов начнется конференция, где своим практическим многолетним опытом поделятся люди, которые уже более 10 лет используют эти инструменты на себе, и огромному количеству, тысячам людей помогли изменить свое состояние здоровья. И хочу вам сказать, что сегодня будет два подарка. И первый подарок хочу объявить красиво. Каждому участнику, каждому, кто приобрел билет вот такой вот с питанием, с водой, со здоровьем, с чистотой, с энергией, оторвав один уголочек, с обратной стороны есть такой золотой ключик, будет получать в подарок книжку «Путь к здоровью». Больше того, на этой книжке может написать пожелание автор этой книжки, золотой мастер компании Андрей Гуреев, который будет на нашем мероприятии. А мы идем дальше. В течение примерно 2 часов у нас пройдет работа в зале. Мы определимся с главными моментами, которые определяют наше здоровье. Затем будет представление продуктов Кораллового клуба в виде биообеда. И здесь у нас будет возможность не только посмотреть на продукт, но и на самом-то деле попробовать и вкусные коктейли, и батончики со спирулиной, потрясающие. Компания на сегодняшний день делает все больше и больше и больше вкусных продуктов для того, чтобы люди всего мира могли получить возможность получить то питание, которое принесет людям здоровье. После замечательного такого здорового обеда начинается ярмарка продуктов Кораллового клуба. И лучшие специалисты тем вода, очистка, чистота, красота, веганство,
будут иметь возможность поделиться своими знаниями. У каждого из них будет оборудован стол с максимальным количеством оборудования. Кто-то даже будет делать коктейли. За столом питания будет Ирина Рогозина делать коктейли, которые будет составлять сам подошедший человек. Правда, они будут платные, я думаю, что 1 евро. Но зато вы можете стать автором своего собственного коктейля. Естественно, тема очищения, там вы сможете заполнить тест и вместе с вашими новыми приглашенными людьми и оценить, насколько состояние здоровья требует экстренной помощи, очистки организма. Ну, с чего мы начинаем очистку организма? Теперь мы начинаем, точно знаем с чего. Скорого детокса. Попросили чуть подальше от микрофона отодвинуться. Отодвинулся. На самом-то деле вы регулируете громкость моего звука сами. Мне сложно подрегулироваться под каждого, но пойдем дальше. Больше того, у нас будет стол-старт, где вы со своим новым человеком можете подойти и оформить дисконтный кит. Оформить дисконтную карточку, которой он воспользуется уже в ближайшее время, получив 20% скидку на любой продукт в нашей компании, без ограничения срока. Правда, есть маленький нюанс. Нужно подтвердить, что действительно вам это интересно, и в течение уже этого месяца приобрести, по крайней мере, коралловую воду или любой другой продукт на минимум 15 баллов или порядка 20 евро. Пускай это будет несколько продуктов. Идем дальше. Таким образом, первая часть мероприятия у нас начнется в 10 часов и закончится примерно в 14:00. Это потребительская часть мероприятия. Она покажет, расскажет, поможет любому человеку, первый раз даже появившийся на нашем мероприятии, понять и оценить, насколько многогранны инструменты здоровья в коралловом клубе. Цена участия, вы видите, была 15 евро, и по просьбам, многочисленным просьбам наших друзей, мы оставили цену 10 евро до 20 октября. 20 октября заканчивается регистрация участников, и далее уже на месте может человек приобрести такой билетик, но это уже будет стоить 15 евро. А мы идем дальше. На этом, на самом-то деле, большой конгресс Балтийский не заканчивается. У нас есть для тех людей, которые не только попробовали и оценили продукты кораллового клуба, не только изменили свое собственное здоровье, но и начали помогать другим людям менять его. И есть вторая часть. Правда, в этой части участвуют только дистрибьюторы компании. Это те люди, которые выполнили определенный объем и стали директорами по льготному плану или же по нормальному плану. Для этих людей у нас дальше большая работа. Она продлится все воскресенье и субботу. И это будет очень интересное, насыщенное мероприятие, потому что огромное количество гостей зарегистрировалось на участие в этом мероприятии. Причем гости на сегодняшний день уже из 8 стран. Это и Латвия, естественно, и Литва, и Эстония, и Россия, это Калининград, Москва, Питер, Польша, Чехословакия, Финляндия,
Вот Канада, кстати говоря, прилетит наш президент замечательный. Это очень здорово. Будет возможность на этом мероприятии любому участнику этого мероприятия, даже на потребительской части, увидеть, познакомиться с руководством компании. И обязательно Леонид, конечно же, скажет несколько слов и потребителям, почему, на каких принципах компания строилась, на каких принципах она, Англия, вот мне еще подсказывают, да, действительно, здорово, потрясающе. Я, честно говоря, очень рад вот этой вот обстановкой, на которой мероприятие сейчас закручивается, потому что большая группа лидеров объединилась, не обращая на свои внимания, на свои взгляды, желая действительно развития Балтийского, серьезного развития Балтийской части кораллового клуба. Я очень рад этому. Я думаю, что компания сейчас вступает в новый этап развития, о чем обязательно расскажут на этой части и генеральный директор компании Эрик Мегравян, и вице-президент компании Гурам Абашидзе, ну и, конечно, президент компании Леонид Лав. Хочу обратить ваше внимание на расшифровку первого слайда. В Коралловом клубе удивительным образом соединяются вместе два серьезных направления в жизни каждого человека. Это здоровье, свободное время и финансовый успех. Все это вместе определяет качество жизни. И я счастлив, что вот уже почти 15 лет занимаюсь этим благородным делом, и огромное количество людей уже по достоинству оценило компанию как инструмент не только к здоровью, но к изменению качества жизни, к обеспечению себя не просто свободным временем, а очень хорошо оплаченным свободным временем. А это достойные деньги. Итак, еще несколько слов о дистрибьюторской части. Здесь будет выступление руководства и признание, причем признание будет достойное тех больших дел, которые ребята делают. В субботу это мероприятие продолжится и после ужина. После ужина мы сядем за рабочие столы, поделимся на команды и начнем изучать то дело, которым мы занимаемся, то дело, которое становится для нас делом жизни. Воскресенье потрясающий день, и здесь будут у нас награждаться и изумруды, и бриллианты, и потрясающая радость. Два новых балтийских мастера будут награждаться именно в воскресенье. Это просто здорово. Это настоящий подарок, который сделали для всех нас эти ребята. Пошли вперед, и за ними нужно обязательно быстрее всем подтянуться. Секреты звездного мастера Натальи Симоновой, откровение президента компании руководства. Это все будет в воскресенье, 26 октября, для каждого, кто там будет. Итак, вторая часть у нас, несколько технических моментов. Цена участия в 8-м съезде директоров Балтии на сегодняшний момент 10 евро и оплата до 20 октября. В эту стоимость включается участие в первой части и дается такой красивый билетик, который является билетом на подарки и биообед. Участие во второй части, ужин в субботу и обед в воскресенье в компании успешных, здоровых, радостных и счастливых людей.
Если люди приезжают из города или же это из Латвии, и им необходимо размещение, то гостиница сделала для нас большой подарок. Доступные цены на шикарные номера в этом Maritime Hotel'е. 25 евро вместе с завтраком, а завтрак тут шикарный. В двухместных номерах, пожалуйста, торопитесь, заказывайте места, потому что гостиница на самом с радостью, поторопитесь, если вам необходимо именно проживание, не только участие. 26 октября, после окончания мероприятия, 18:00, хочу порадовать и новых мастеров, и мастеров уже, которые с погонами ресторана Бельви в атмосфере успеха. Будет возможность насладиться действительно дегустационными блюдами от шеф-повара, одного из лучших поваров города Риги и Германии, кстати. Ну и теперь осталось совсем немножко напомнить о том, что же на самом-то деле есть компания «Коралловый клуб». Начавшая свою деятельность в 1998 году, компания сразу изначально определила самую важную позицию, которая необходима для здоровья – это вода. И за эти годы компания активно двигалась в этом направлении. Продукт, направленный на то, чтобы сделать воду биологически доступной для нашего организма, обновлялся, улучшался. Появились новые позиции, которые меняют качество воды и меняют поверхностное натяжение, и структурируют, и делают воду максимально эффективной. И именно на такой воде любое правильное питание, любая коррекция здоровья становится очень эффективной. Молодость приходит в постаревшие организмы, радость приходит к тем людям, которые закислены. Почему? Потому что они нормально ощелачиваются, внутренняя среда у них становится нормальной, и вся жизнь тихонечко-потихоньку начинает вокруг них меняться и улучшаться. Я очень рад, что на сегодняшний день продуктом компании уже могут воспользоваться в 35 странах мира. И это только первый шаг. Я думаю, что ближайшие 2 года увеличит это количество, ну, максимум в 5 лет, увеличит это количество до 70. Во всяком случае, такая задача стоит руководство компании перед собой. А это значит, мы будем известны по всему миру. И объем нашей продукции будет потрясающим, потому что планы компании за ближайших 10 лет увеличить ваши обороты, друзья, ваше количество счастливых и здоровых людей, которые пользуются продуктами компании, в 10 раз. В нетерпении, в ожидании этого потрясающего мероприятия, ура! Хочется только сказать. Спасибо всем огромное. Я напомню о том, что первая часть, пожалуйста, продается отдельно. Для людей, которые еще даже не являются членами «Кораллового клуба», для каждого, кто хочет и кому интересна тема здоровья, кто хочет оказаться среди здоровых, успешных людей, зарядиться энергией, пожалуйста, попробовать наши продукты, узнать больше по ассортименту, который потрясающим образом представляет компания. Это больше 200 наименований. Это здоровье и человека, и здоровье дома, и здоровье вокруг и внутри каждого из нас. Помню цену для директоров, или даже для тех людей, которые на сегодня еще не директора, но они готовы уже буквально в этом месяце выполнить промоушен, а он на самом-то деле вполне доступный для того, рядом с которым, для того человека, рядом с которым есть люди, которые хотят быть здоровыми, всего-навсего там 500 евро, вместе с ними вы скушали продукты, и вы стали льготным директором, и милости прошу вместе с нами участвовать в этом празднике успеха, радости, наслаждения, успехом других людей,
зарядиться счастьем и здоровьем. Это очень важно. Это очень важно каждый день и особенно в это время сейчас. Дорогие друзья, у меня практически моя короткая информация об этом мероприятии закончилась. С радостью отвечу на те вопросы, которые вы готовы написать в чате. Может быть, я какие-то моменты упустил. Пожалуйста. Теперь я жду эмоций от вас, друзья. Я рад, что это мероприятие будет. Это первое такое мероприятие в компании. До этого мы таких больших мероприятий не делали. И в Балтии тем более не делали. Оплата проживания, конечно, в офисе. Спасибо за добрые эмоции. Я очень рад, что... Конечно, с нетерпением ждем. Я абсолютно уверен, что это будет потрясающий инструмент. И очень-очень хочу, чтобы каждый из вас был на этом празднике не один, а вместе со своими людьми, которые, может быть, сомневаются, которые, может быть, еще не знают о том, что такое коралловый клуб. Или просто еще даже не пошли по дорожке здоровья. Пригласите их. Стоимость билета 10 евро, это все равно, что в кино сходить. Но когда вы в кино ходите на полтора часа, вам никто не предлагает белый обед и не рассказывает о тех инструментах, которые могут изменить вашу жизнь. Больше того, ваши люди еще получат подарок, книжку, в которой открываются эти инструменты для каждого из вас. Я очень хочу, чтобы эти мероприятия стали регулярными. Я уверен, что в течение следующего года мы выйдем на ту планку, когда мы сможем потребительские вот эти вот презентации, потребительскую такую форму работы, где мы не только рассказываем о возможностях продукта, не только рассказываем про результаты. Кстати говоря, про результаты. У нас будет конкурс результатов, в который вы и ваши люди могут не просто участвовать, но и выиграть. А призы будут потрясающие. Призы будут крутые, я бы даже сказал. И призы можно будет получить из рук руководства компании. Это просто потрясающе. Пожалуйста, готовьте свои результаты, используйте их и получайте подарки на мероприятии. Какие призы? Ха! Крутые призы! Крутые призы! Призы продукта компании и такие классные, дорогущие, я бы сказал. Почти участие в мероприятии вы можете разыгрываться, и даже не одно. Еще в полном мероприятии. Для мастеров отдельно хочу напомнить, чтобы они позаботились о том, чтобы я знал, что вы готовы принять участие в мастерском ужине. И, пожалуйста, через свой офис оплатите дополнительно к стоимости участия еще 40 евро за участие в мастерском ужине с руководством компании. Не знаете, какой результат рассказать? Расскажите тот, который впечатлит ваших людей, которые будут вместе с вами. Расскажите тот результат, который был самым эффективным. Рассказать результат нужно очень коротко. Что было, что кушал и что стало. Причем не надо рассказывать, сколько капсул там и так далее. Просто продукты такие-такие-то, результат вот такой. Еще лучше, когда этот результат можно подтвердить каким-то обследованием, я не знаю, там, рентген, или какие-то другие анализы, я не знаю, чем-то таким, чтобы, знаете, как неверующая Фома, таких, вы знаете, у нас достаточное количество, и они имеют на это право,
людей могли реально убедиться о том, что это не просто слова, это вот вы, это ваш результат, это результат ваших людей. Лучше, конечно, заявиться о результатах в группе в нашей, в рабочей подготовке мероприятия, для того, чтобы как-то можно было спланировать. Я не хочу, чтобы мы затянули потребительскую часть, поскольку у нас она состоит из трех частей, чтобы мы не скомкали все остальное. Поэтому самым лучшим образом это заявочка о том, я хочу рассказать вот это и вот это подтверждается, я, ну, вот. И самое главное, как можно больше эмоций. С чужим результатом сложно, поскольку человек не присутствует на мероприятии, это не впечатляет. Когда человек присутствует на мероприятии, вот это вот здорово. Если вопросов больше нет, я думаю, что спасибо. Первый блин был никомом. Первый блин у нас был тремя странами, несколькими десятками участников. Это здорово, это очень хорошо. Я постараюсь этот вебинар, если получилась запись, выложить в группы, для того, чтобы можно было использовать его как инструмент для приглашения на мероприятие. Желаю всем успеха, удачи, счастья, огромного здоровья вам, вашим близким, шикарной команды потрясающих, здоровых, счастливых компаньонов, которые вместе с вами и вместе с нами строят этот красивый мир и здоровее, богаче. Обнимаю всех. До свидания.